гоп-стоп, который, может быть, отошел, но он всегда может в этой жизни быть. Это, например, может быть стена, кирпичная стена, или же это подъезд, это еще какое-то ограниченное пространство. Вас поставили к стенке. С одной стороны, вас приперли к стенке, с другой стороны, у вас есть точка опоры, а у вашего оппонента нету. Весь вопрос, кто кого переиграет. Но самое главное, когда вам поставили под нож, первое, убрать угрозу. То есть, что нужно сделать на выдохе? Нужно сделать фиксацию, зафиксировать кисть. Но иногда это может быть тяжело сделать. Разверни сейчас немножко. Перед этим обязательно должен быть шокирующий удар. В данном случае это может быть область сонной артерии, это может быть область челюстная, это может быть ухо, это может быть локоть, это может быть область паха, еще чего-то. Первое, вот это фиксация. Следующий момент. Вы теперь локтем наносите жесткий удар, подсаживаетесь, и я перебираю нож, и вот сейчас вот то, что ты говорил, вот этой рукой я тебя зафиксировал, и с угрозой перерезаю. Манчук, но контроль дистанции. Understand? One opponent, two opponent. Манчук. Манчук. Вадим, контроль. Манчук, контроль, здесь контроль. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дистанция, контроль, контроль. Understand? Манчук. Но. Understand? Окей, окей. One, two, three, four, five. Вадим. Раз. Теперь посмотри, я нож выкручиваю противоположную. Смотри, что я делал. Я вот сейчас кисть твою отводил, а теперь смотри, выкручиваю, и ты видишь, уже нож выходит. Первое, вот это лимфоузел, это смертельно. Это тоже смертельно. Это смертельно. Когда идет фиксация кисти и удар в область паха. То есть что делает? Он отдает руку. Он, видишь, таз убирает, он руку уже отдал. Во-первых, его можно без отпечатков пальцев, его можно сразу порезать. То есть сделать вот это движение, ему обратно руку сюда. Второй момент. Я вот начинаю работать на кисти. И посмотри, ты видишь, я ее обратно фиксирую, вывожу. И дальше я его, опять же, или же буду, ну, как бы приподнимать. Вот. И с угрозой как бы перерезания. Окей. Оп. Была твоя ошибка. Ты остановился. И вариант такой, человек, у которого нож, а тем более топор, нужно бояться человека с топором. Так как человек с разогнутой психикой, и он просто невменяем. На моем опыте один старший товарищ имел отношение к спецслужбам. И он, когда возвратился домой, застал, что у соседа съехала крыша, и сосед его добивал жену.
В общем, он нанес ей сотни ударов ножом, жена была мертвая. И он завязала с ним борьба, хотя человек мастер спорта по борьбе, по всему, он в течение 30-40 минут не мог с ним ничего сделать, потому что был психически неменяемый человек, он его самого ножом исколол, но в конце концов он его забил. Но ему стоило это неменяемых условий. Твоя ошибка была в том, что ты остановился. И ты схватился рукою за этот топор. Первый, вот то, что я показал как бы вариант, я как бы смещаюсь, этой наношу, а руку, топор куда направлен, я его продолжаю. Здесь я, допустим. Самое главное, если вы едете на машине, ваша машина не должна останавливаться. Ваша машина должна ехать. Рассмотрим, что у тебя здесь ты уже прихватил, Манчук. Есть? Yes? Mm-hmm. Вариант такой. Второй вариант. Я начинаю здесь работать на кисть. И здесь, допустим, но очень важно вывести топор из-под удара и вывести под локоть. И в этот момент наношу удар под локоть вот сюда. Топор вниз, а это вот сюда. Теперь могу его топором здесь, ну как бы, или же вот здесь могу просто как зацеплять. То есть могу его им управлять. Или же просто сейчас в голову бить не буду. То есть нанесу удар в район ключицы, нанесу удар в район локтя, нанесу удар вот сюда под колено, нанесу удар в область солнечного сплетения, в область подреберья, или же я ему просто сейчас вот топором просто большой палец перерублю, для того, чтобы просто человек запомнил, ну как за то, что он, то есть должен он отвечать за то. Но ситуация должна быть контролируемая. То есть мы не должны войти с одной стороны в состояние дикой ярости, а с другой стороны мы должны адекватно противодействовать. Манчук, окей. Манчук концентрейшн и но дистанс. Я сейчас просто немножко включил движение. Основной принцип: хочешь жить, умей крутиться. Но если хочешь хорошо жить, умей крутить других. Так вот, вот это самый основной принцип. Нету никаких приемов. Если сел за руль, значит крути баранку. Значит крути, вертись. То есть независимо, правильно что-то, неправильно. Твое подсознание, заложенный инстинкт выживания тебя спасет, если ты будешь двигаться. Дальше, до конца. Ну, до конца. Вот так потом... Russian Mafia, Корея Мафия, Синдикат. Thank you.
одновременного действия и каких-то стандартных шаблонов наработок быть не может. Здесь вот каждый раз будет по-разному. Есть каким-то образом, да, допустим, мне удалось, может быть, проскользнуть, и я убегаю. То есть основная идея не завязываться. Уйти от удара. Уйти с линии огня, с линии от удара, уйти. Второй момент, то, что я сейчас покажу, моя задача попытаться вас при этом свести в одну точку. В одну точку, одного направить на другого, и чтобы вы друг другу мешали. При этом, какое будет первое действие? Допустим, может быть, первый ты наносить или он? Какой будет ко мне ближе, я буду стараться его, вот еще раз, да? Здесь как-то, да? Окей. Сейчас ситуация изменилась, и это было первое движение, и я его за собой туда, и, естественно, я бы постарался бы закрыть эту дверь. То есть мой дом, моя крепость. Вот. Но все это будет зависеть от того, сколько я сделал шагов. Каждый раз одно движение не повторишь. И в чем проблема? Проблема в том, самбо или тех приемов, которые заучивают, и я в военном училище учился, нас тоже учили самбо, но это самбо не работает. Потому что в жизни всегда будет какой-то второй, третий прием. То есть это примерно аналогично, как езде на машине. В какой-то ситуации ты налево-направо, свет включаешь, поворотник влево-вправо, а в какой-то подрезаешь. То есть ты просто делаешь от ситуации, и это интуитивная система. Направлено. Но ты знаешь, ты единственное имеешь принципы вождения, как нужно рулить. Запрокинул. Прихватил вторую, наложил. Теперь к себе и вниз. А теперь вместе с ним. Теперь смотри, вот сейчас вот на него упаду, и все, ему кирдык будет. Будет шейный отдел сломан. То есть его можно, или же вариант military force, второй вариант полицейский. То есть можно свернуть шею. Посмотри, вот я захожу. Sit down. И вот здесь сейчас могу просто ему свернуть шею, да? Или же вот на него его удерживая, ему на него на шею туда навалиться просто сейчас туда. А второй вариант, я его просто могу забрать. Ту вариант, полицай техника, да? Вот я захожу, посмотри, зафиксировал, и я его просто забрал, мне его нужно вести. Теперь смотри, я его, допустим, веду, мне тяжело куда-то, я его довел, так, бам, бам, бам. Ha ha ha.